важлива. Можна слідувати їй неухильно або ставити скептично. Однак, саме по собі це явище нікого не залишає байдужим. Модна зима не буде нудною і порадує яскравим спектром кольорної гами, оригінальними моделями і сміливими дизайнерськими рішеннями. На відміну від минулих сезонів, які є уособленням гламурної розкоші, в осінньо-зимовому сезоні віддається перевага функціональності, комфорту, цілісності і натуральності. Вибирайте на зиму короткі й довгі пуховики, однотонні або з етнічними жакардовими принтами, пальто з натуральним хутром, шуби й накидки, хутряні жилети, доблянки й шкіряні куртки. У тренді – жіночність. Що ж, дорогі наші модниці та модники, я думаю, ви вже зачекалися. До нашої студії завітала відомий дизайнер Яна Біляєва. Вітаємо вас. Доброе утро. Яночка, не просто так мы вас пригласили, потому что действительно верхняя одежда сейчас очень актуальная тема. На что обратить внимание нашим телезрительницам, когда они вот решили утеплиться, зашли в магазин, еще не выбирая фасон? На что нужно обратить внимание в качестве? Я думаю, что первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, на качество ткани, так как все мы стремимся, чтобы мы чувствовали себя комфортно в одежде, чтобы одежда не парила, не сковывала движение, а ткань, она на самом деле играет важную роль в этом. Так как если ткань не натуральная, она может причинять дискомфорт. Конечно же, обратить внимание на фурнитуру, на качество молнии, так как это первое, что всегда ломается, если оно некачественное. Ну, а в основном следующее уже это уже подбор. А есть какие-то лайфхаки по просмотру фурнитуры, той самой змеечки? Потому что я думаю, что просто пройтись по ней 1-2 раза этого недостаточно. Можно какие-то швы обратить внимание. На самом деле есть несколько вариантов качественной молнии, которую всегда используют. Это молния UKK, она такая наиболее практичная, и на ней всегда есть фирменная гравировка. Если не обращать внимания уже, а просто выбирать, чтобы она, ну, нужно смотреть, чтобы она качественно ходила, зубчики плавно передвигались, точнее, бегунок плавно передвигался. Так, в принципе, будет удобно. А вот на самой ткани, на изделии должны быть какие-то знаки качества, ярлычки? Ну, всегда знаки качества размещаются внутри изделия, можно найти, это лейбы, на которых написано, как эксплуатировать вещь, и уже непосредственно написан состав, и вы уже сможете оценить, какого она качества по составу. Хорошо, с качеством мы определились, вот теперь подходим к фасону. Сейчас просто большое разнообразие выбора верхней одежды, и вот на что обратить внимание телезрительницам, когда они зашли в магазин, много фасонов, что сейчас актуально и модно? Актуально вот в этом сезоне, несмотря на то, что в принципе актуально будет все, какие-то там пальто, шубы, пуховики, наиболее актуально и для нашего населения, наиболее демократично, конечно, это будет пуховичок различных фасонов, наиболее популярный и стильный, модный в этом сезоне будет пуховичок оверсайз. Mm-hmm. Конечно, многие девушки, которые любят носить приталенные силуэты, для них это будет диковинку. И все равно захочется утянуться, показать фигуру. Но, тем не менее, вот модели оверсайз, они девушку с любой фигурой смогут сделать стройнее, mm-hmm. подчеркнуть роскошные ножки. Любую фигуру они только подчеркнут достоинство. Да. Хотелось бы теперь узнать в цветовой гамме, какая сейчас самая популярная. На самом деле оптимальные варианты во все времена это монохромные цвета, то есть это черный, серый, белый, также сейчас популярный бежевый цвет. Ну и, конечно, можно экспериментировать с яркими цветами. Вот для любительниц яркого. Например, цвет фуксия розовый очень актуален будет в этом сезоне. Цвет марсала, плавно перетекающий из прошлого сезона в этот, также будет актуален. То есть некоторые новинки того сезона в этом тоже будут актуальны? Да.
Теперь перейдем к тому, как выбирать фасон по фигуре. Вы сказали, что вот модель, которая модная в этом сезоне, она подойдет под любую фигуру. Но вот, допустим, для любительниц действительно, которые любят подчеркнуть свою фигурку, как им выйти из положения, которые любят подчеркнуть свою осиную талию? Для любительниц для девушек X-образной формы, в принципе, подойдут фасоны, как и всегда, приталенные, с выточками под талии. А вот для пышечек? Смотрите, есть фигуры, разделяются на А-образную тип, на В-образный тип. Для девушек с пышными формами, пышными бедрами рекомендуется выбирать для себя например, пальто с ярким принтом в зоне груди, чтобы сбалансировать. Для девушек с ярко выраженным плечевым поясом нужно выбирать с рисунком на бедрах. Также можно играть с аксессуарами, с шарфами, с сумками, которые также могут скрыть недостатки фигуры. Вот с помощью шарфиков как можно скрыть недостатки фигуры? Допустим, так же самое мы берем самые основные виды фигуры. Как привлечь внимание на какие-то недостающие элементы в фигурке? Ну, например, вот девушек с не слишком выдающейся шеей, рекомендуется одевать шарфы для того, чтобы скрыть этот недостаток и сложить впечатление, что там вот все-таки девушки все-таки обладают. Но ее просто не видно. Да, но также можно подчеркнуть зону декольте английским воротничком. Исключить для девушек низкого роста, исключить высокие воротники, так как они могут еще занизить рост. А вот длина пуховичка, кстати, по поводу роста, как-то она зависит от этого? Для высоких девушек не стоит выбирать короткие пуховики, слишком короткие, они могут еще удлинить и показать какую-то долговязость, поэтому стоит выбирать какую-то среднюю длину. Для девушек невысокого роста не стоит выбирать слишком длинные варианты, так как может занизить рост и укоротить. Хотелось бы теперь еще немножко пройтись по обуви. Какая должна быть обувь под пуховички, потому что понятно, что какую-то классику под пуховичок не наденешь. На самом деле сейчас очень актуально сочетать несочетаемое, поэтому в этом сезоне вы можете с достаточно классичным пуховиком одевать и кроссовки. Это сейчас тренд, сочетать спортивное с классическим. Также можно выбирать обувь на каблуках, просто выбирая фасоны, например, с использованием меховой отделки. Ну и тогда это будет гармонично смотреться. А под пуховички какой вид верхнего головного убора подойдет? В принципе, можно использовать и шапочки с мехом, также с меховыми помпонами, это тоже актуально. Можно использовать шапки-ушанки, также сейчас появились интересные варианты с мехом. И, конечно же, не забывать про металлизированные фактуры, это очень актуально сейчас. И подчеркнуть, допустим, классического покроя, достаточно сдержанный пуховик, какие-то яркие аксессуары в виде металлизированных. Спасибо вам, Яночка. Я думаю, что с вашими советами сейчас каждая модница сможет точно определиться, какой пуховичок или какое пальто ей подойдет под ее фигуру. И как выглядеть в этом сезоне, сезоне осень 2016, просто самой лучшей, самой красивой и самой модной. Нагадую, наши дорогие телеглядачи, что сегодня до нашей студии завітала відома дизайнер Яна Біляєва. Дякуємо вам!